5 пожизненных сроков получил Андерсон Ли Олдрич, устроивший массовую стрельбу в ночном клубе ЛГБТК+ сообщества в Колорадо-Спрингс в 22 году. Его признание вины и суровый приговор избавили семьи жертв и пострадавших от долгого и потенциально болезненного судебного процесса. 20 ноября 22 года Олдрич зашел в ночное заведение и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. До приезда полиции стрелка обезвредили посетители клуба.